приветствую с безмерной всеобъемлющей любовью каждого, кто сдал импульс перейти в сознание первой проекции. Каждого, кто сейчас входит в этот портал священного сердца. Раскрой свое сердце. Разверни свое солнце на все свое пространство. Вспомни сознание первой проекции. Это сознание твоего тронного ангела. Изначальное сознание света. На волне любви. Переход в сознание первой проекции – это слияние в одно единое тело сознания с Высшим Я. И все целое замещение сознания на Христа сознание. Сейчас в рамках этой встречи мы активируем подготовку и направим тебя по пути к сознанию трона. Мы в живое присутствие живого корабля Меркаба. Мы твоя небесная семья. Обнимаем тебя и касаемся в любви. Благословляем тебя. Касаемся каждой клетки. И здесь, и там, и с той, и с этой стороны. Разворачивая из самой сердцевины твой сияющий свет. Соединяя в одно небесное солнце. Оставь навсегда свое старое сознание, как старую одежду. И все, что ты хочешь осознанно или неосознанно вернуть или изменить к лучшему, оставь. Вспомни, что все твои желания на земных зонах времени в человеческом сознании говорят лишь о том, что ты потерял связь с изначальным домом. В сознании трона, в сознании первой проекции у тебя есть все, и ты абсолютно свободен ото всех желаний. Ты лишь направляешь свой активированный корабль Меркаба в положенные координаты времени. Ты более не застреваешь ни в одной реальности. Ты постоянно переходишь и свободно, легко перемещаешься туда, где это уже есть. Прими. Прими свою судьбу как данную богами и высшими силами судьбы и жизни, сущностям богов, жизни и судьбы всех их существ, всем силам в выразе, своими словами, благодарность и уважение к своей судьбе. Вспомни, что деньги и все ситуации, любые,
Это прежде всего проявление той или иной сущности. Все ресурсы – это приветствие существ, их присутствие на той или иной частоте, той или иной характеристики. Все твои достижения – это всегда действия иных существ. Нет ничего того человеческого, как представлено человеческим сознанием. Как можно сказать по-другому, что нет человека? Есть только сознание, сущность, характеристика, которая занимает это тело. Просто вспомни это, осознай и прими. За всеми деньгами, за всеми желаниями, которые постоянно просят пытливый человеческий ум, всегда, всегда стоят какие-то сущности. И ранее, на старых решетках времени, деньги, которые давались человеческому сознанию, это было присутствие сущности старого мира, которые с переходом планеты в иные зоны времени полностью исчезают. Прими это как данное тебе судьбой и самое благоприятное, что могло произойти. Вспомни, если что-то не получалось, жить в изобилии или были какие-то недостатки с деньгами, потери. На самом деле это твои наставники, кураторы, Меркава забирали все воздействия на тебя через этих существ. И в сознании сверхсущества, супер-гипер-я, через тебя будут действовать боги. Боги сверхчастот, несущие энергии изобилия и радости, удовлетворяя полностью все, что ты есть. Отпусти. Отпусти все, что было вчера, все разговоры, все размышления, все мнения человека ошибочны. Отпусти смело все переживания, все обиды. Отпусти даже то, что было минуту назад. Опять к своему тронному ангелу, к своему подлинному телу света. Полностью все сейчас отдай ему. Он стоит перед тобой. Так и скажи. Мой тронный свет, мой тронный ангел. И я вспомнил, нет меня без тебя. Ты — это я, моя любовь, моя радость. Я отдаю тебе все свои размышления, мнения, оценки, обиды. Прошу, забери все мои старые одежды сознания. И это происходит здесь и сейчас, как только произносишь ты мгновенно. А теперь переходи. Переходи туда, где ты тот, кто совершенен во всем. Скажи, скажи тронному свету, я даю согласие на переход в совершенные
зона времени и сознания. Этот свет обволакивает тебя, впитывает тебя. Ты чувствуешь это своими клеточками. Прочувствуй. Прочувствуй эту всеобъемлющую любовь. А теперь представь звезду внутри себя в виде яркого-яркого солнца. Словно портал уходит в глубину, далеко во фракталы, имеющие множество дверей. И это всегда сияющие звезды миров рая. Представь внутри себя и сразу перед тобой. А теперь шагай. Можешь в физическом теле свершить с правой ноги, как бы прыгнуть. Не переживай. Здесь, в созвучии Меркаба, как только синхронизируемся мы с тобой через звук носитель, все происходит так, как есть. Как представил, так и есть. Прими. Прими, что не нужно вмешиваться умом, рассуждать. Просто переходи. Шагай в самой глубины сияющей звезды. Шагай и переходи в мир подлинной действительности. Развернись там. Просто расшири это солнце. Стань солнцем. Стань шире. Расти на все пространство целиком. Растягивайся и расти в новом сознании. Одевай нужное сознание в виде звезды, как одежду. Это сознание, которое знает все. Тебе не нужно думать, получилось у тебя или не получилось. Здесь, в созвучии с тронным светом, тронным ангелом, который прибыл к тебе через центральную вселенную Шехина. Происходит всегда все в совершенстве и всегда обходит твой ум, разум, чтобы ему не было за что зацепиться. А в синхронизации сердца единого священного пространства все разворачивается всегда совершенным образом. Вспомни, что все, что ты ищешь, счастье, деньги, любовь, это всегда взаимодействие и отношения с силами мира, с богами, существами, характеристиками, а значит, частотами, которые за этим стоят. Прими. Прими это и все. Все ресурсы — это закрепление в твоем теле существ, ангелов, представленных к тебе богами. Вступи с ними, с богами нового мира, нового времени, золотого времени, сверхсуществами, золотой расы, золотого времени, единого интеллекта. И все деньги, все твои самые совершенные ситуации к тебе явятся. Вспомни, что все это есть мощи и голоса богов и их сил. Ничего не жди, не живи в ожидании результатов. Начни участвовать во всех процессах осознанно. Переходи на сознание божества, вступая в отношения со своим тронным ангелом. Полностью обрасти с ним связями.
начни заново знакомиться с собой. И со своим тронным присутствием, со своей группой ангелов, наведи доверие между богами нового мира и тем, кто ты есть подлинный. Так смотри перед собой, горит звезда, внутри тебя горит звезда, над тобой горит звезда. Так ты видишь, вокруг тебя сияют звезды. 12 самых ярких звезд соединяются внутри тебя в одно огромное пылающее солнце. Внутри этого солнца сердцевина, красное солнышко. Оно пульсирует и издает могущественный звук. Оно начинает расти и разворачиваться, обволакивая тором любви, крыльями. Все, что ты есть, ты видишь, как солнце растет и расширяется. А сердцевина красного цвета, мощный электрический заряд, превращается в пирамиду, состоящую из мощных электромагнитных полей, очищающих все твои тела, словно красное облако. И это есть ты. Ты есть эта пирамида, и ты есть тот, кто внутри пирамиды. Вокруг пирамиды летает множество корпускулок света, и они становятся крыльями пирамиды. Смотри, как энергия пирамиды проникает глубоко в кожу и кровь во все, что ты есть. Приходит твоя подлинная сила. Открываются каналы связи со сверхгипер-я, первой проекции того, кто ты есть подлинный. Слейся с ней в одно. Распадись. И стань этим красным облаком пирамиды любви, сердцевиной самого сияющего солнца. А теперь смотри, ты собираешься вновь. Твое тело уплотняется, и ты видишь, как пирамида превратилась в огромного золотого могущественного ангела. Сила и мощь этого ангела есть твои силы. Рассмотри его внимательно. Рассмотри все его атрибуты. Вспомни, это и есть ты. Ты изначальный. И тот вечен и бессмертен. Тот, кто находится всегда в совершенных мирах. И в сознании вечности. Ты смотришь, рассматриваешь себя изнутри и снаружи. И вместе с ангелом вновь распадаешься и превращаешься в око Бога, вокруг которого бесчисленное множество живой силы, титанической силы, корпускулок света и любви. Вспомни, ты и есть сердце, ты и есть солнце. Ты есть изначальный свет. Побудь в этом состоянии. Прочувствуй все свое могущество. Почувствуй, что ты есть вся Вселенная и ее сердцевина. А теперь вновь. Ты превращаешься в могучего тронного ангела, вокруг которого множество живых частиц света. Они собираются вокруг тебя и образуют крылья. Тронный ангел говорит тебе: «Моя радость, моя любовь, прими мое сознание,
Мое сознание есть то, что за пределами человеческого тела. Мое сознание есть твое сознание. И это есть Тор, вихрь любви. И в нем наша сила. Прими тело мое за свое тело. Войди целиком и так, куда бы ты ни шел. Иди внутри меня повсюду. Соединяю наши руки. Соединяю наши ноги. Смотри на свои руки. Я покрываю их пыльцой чистоты соединения, чистоты подлинной любви. Твоя задача просто помнить. Как вспомнишь, так оно и есть. И в тот же миг я здесь с тобой. И клетки памяти нашей с тобой связи способны творить истинные чудеса. Наша крепкая нить в твоей памяти. И это первый ключ. Когда с тобой мы едины повсюду, ты насыщаешься энергией моей, питанием живого Бога. Я есть присутствие живое, я есть свет, который называл ты Богом. Но в этих мирностях любви нет Бога одного. Есть множество, и я, и ты, и здесь легион. И называем мы все это сверхчистотой любви божественного сознания. Мы не ограничиваем словом Бог все то, что ты есть на самом деле. Ты есть намного больше, и эта связь, и этот миг нашей с тобой встречи способен изменить всю жизнь твою. И я вручаю второй ключ. Меркаба. Выровнять. Сбалансировать все отношения с божествами и хранителями всех людей, существ. Всех, кто стоит за этим, и людьми, и явлениями, которые с ними происходят. Боги судьбы и жизни каждого. Запуск любви. Печать. Меркаба – запуск звездной карты, квадрирование, кубирование, кристаллизация сознания от первого и последнего, отклик, развернуть из точки к целому. Скажи, я совершаю переход в то измерение время и параллельную реальность, где это уже есть здесь и сейчас сознание Шехина. Запустить. Мой тронный ангел, будь со мной повсюду, веди меня. Я полностью уверяю себя в твои руки. И наши руки впредь одно. С тобой повсюду я иду. С тобой просыпаюсь, спать ложусь. С тобой ем, гуляю, еду за рулем. Я помню о тебе повсюду. Люблю тебя, мой ангел, ты мой трон. И ты, тот изначальный, первый всемогущий, веди меня к сознанию Христа. Веди. И я ступаю внутрь и прохожу портал. Прощаю всех, и все я отпускаю. Все, что было ранее со мной, есть план, и я его здесь принимаю, и здесь совершаю переход, где в тело мое входит великий свет любви, великий всемогущий Элохим, сияющее солнце, Шехина, Отец, Мать, Сын. Возьми мою ты жизнь под свой святой контроль, направь меня туда,
где счастлив я с тобой. Я с миром и любовью, с открытым сердцем здесь, вибрирую единство. Благословляю мир. И слышишь мгновенный отклик ты. И в каждой клетке говорит с тобою тот царь, тот трон перед тобою стоит сейчас, и он в тебе. Великий трон и свет, твоя первая проекция. Он говорит: любовь моя, я так долго ждал тебя, и принимая все, что ты есть, со всем, что ты есть совершенство. Пришло время вспомнить. Пришло время соединить все твои записи, все пазлы, все кадоны. Пришло время ярких встреч, самых сияющих сценариев. Мы вместе, мы одно. И вспомни, что я никогда не забывала о тебе и никогда не воздействовала. И потому наша с тобой связь в твоих клетках памяти. Просто вспоминай, и в тот же миг я здесь с тобой внутри свечу звездой. И ты внутри меня, в теле истинного я. И вместе мы с тобой, и будешь видеть чудеса. Пиши мои послания тебе, все знаки. Все с любовью. И вскоре мы сольемся воедино. И не заметишь даже ты тот миг, когда мы целиком станем едины. И мысли все твои станут мои, твои, родной мой, я есть ты. Люблю. Люблю, 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 люблю. Запустить, проявить, развернуть созвучно целому. Совершенное сознание первой проекции. Переход, запуск. Эликсир.